MICE TV представляет Global Event Ru Forum. Интервью. Я приветствую всех. Это первый день открытия Global Event Forum. Крупнейшая бизнес-площадка для профессионалов. Рядом со мной Анна Варшавская. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Расскажите, какое агентство вы представляете и что для вас Global Event Forum сегодня? Я партнер компании IQPro. Этот форум на самом деле офигенное мероприятие. Очень, я надеюсь, что оно будет со временем не только рентабельным для организаторов, но на самом деле продуктивным для его участников. Тема очень хорошая. Здорово, что люди наконец-то это сделали, потому что мысли о нем, я думаю, что витали у большинства ассоциаций и каких-то крупных содружеств, сообществ. Хочу сразу задать вам вопрос как профессионалу. В чем секрет успешного ивента, в чем секрет успешного события? Я думаю, что прежде всего, как я только что говорила в своем выступлении, это именно партнерство, доверительные отношения между заказчиком и подрядчиком. То есть прежде всего это даже не доверие, а, наверное, уважение, понимание и желание сделать проект успешным. Чего ждете от завтрашнего дня? Хотите ли послушать какие-то выступления или просто будете обмениваться опытом, делиться впечатлениями, эмоциями, настроением? Я думаю, что ивент – это в любом случае прежде всего эмоции, поэтому я думаю, что я сделаю то и другое, послушаю, поучаствую и пообщаюсь, потому что, конечно, Global Event Forum – это отличная площадка для общения. Это было интервью в эфире MICE TV. Все самое интересное смотрите на нашем канале. MICE TV.ru. И помните, the world is MICE.